Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, винодел, мув, стаканчик, алга, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Привет, ребят. Всем привет. Всем привет. Все просили в комментариях, чтобы мы записали что-нибудь с Бенди. Сегодня у нас будет Бенди, но это будет настоящий человек под ником винодел, который будет нас искать, мочить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Все, давай, можешь начинать. Уже нашел стаканчика. Уже убил его, что ли? Да. О, вот ты псих. Он специально тебе подался. Я же в таком месте запрятался, что нельзя с правого места зайти. Давай, винодел, я верю в тебя, ты сможешь. Кстати, очень странный у тебя никнейм. Ты вино умеешь делать? Типа того. Ух ты, мув. Так легко и непринужденно. Давай, покажи вещи. Где? Пошел. Только я тебя не вижу. Вижу. Димас, дай подсказку. Надо было, чтобы он не тпхался, а так нечестно, это очень читерски. А он очень медленно бегает. Но может тпхнуться. Так ты же, Димас, можешь сидеть наверху, а я же прыгать не умею. Мне ну надо, ты можешь тпхнуться в небо, типа вот так вот, опа. Ты ж что не понимаешь? Я вижу кого-то тут. Эй, ты не видишь никого там? Димас, я в адскую комнату попал. Опа! Пиллер. Такой звук прикольный. Дима! Отвали от меня! Ты конченый! Хочешь меня убить? Я не мог тебе попасть. Почему? Там невидимый потолок был. Блин, да вот видишь, ты нечестно играешь. Я протерся по полкарте. Это читерский Бенди. Ты же тпхаешься постоянно и хочешь нас убить. Давайте, у нас будет сегодня гигантский Бенди, который хочет нас убить. Битва с боссом? О, битва с боссом. Хочешь, мы можем и оружку использовать. Говори. Ну давай. Пацаны, Димас. Ну чё? Давай, говори, чё ты хочешь? А ты мне поставь 5000 хп, что? А то у меня 60000 хп, я... Читер. Да я тебе... Мы сейчас тебе вынесем. Ну ладно. Ты чё думаешь? Ты чё думаешь, ты самый умный тут в доме? На тебе. А ты бьешь на расстоянии, что ли? Нет. Да. Ты такой большой. Ты на расстоянии и бьешь. Куда ты пошел, Димас? Портал? Отвали. Портал. Ой, а где? Офигеть получилось. Димас, я за картой. Я за картой. Ты меня победил. Ты не успел телепортироваться. И ты попал между порталами, между порталье. Да. Ну чё, где ты? Вижу тебя, вижу. Бай. Ты тпхаешься, это читерски. Всё, больше не буду. Вижу тебя в портале, как ты лазишь, и вижу себя. Где, Димон, слышишь? Пацаны, давайте все ко мне в портал. Давайте, пацаны, поставим в другом месте портал. Ой. А, ну ладно, для устрашения. Так, вижу, ходят пацаны. Побег с порталами. Так, давай, если что, удалим. Мы поставим себе портал вон там вот. А где он? А, вот он. Димас. Алга не спасся. Бывает в жизни огорчения. Да ты читерский, ты видишь, ты тпхаешься, давай без тпханья. Нет, я быстро бегаю. Ты меня испугал, блин. Да так нечестно, ты читерский. А давай возьму Гренни, бабку. О, давай. Бабку Гренни я люблю. А какую брать, экстримную или обычную? А я не знаю, там бери, у той 100 жизней, а у той 500. Так что у тебя особо небольшой выбор будет. Нет. А что ж ты хотел? Ну где ты? Нет, Димас, я не умру сегодня. Да ты бьешь на расстоянии моего челикса. Блин, я тебя боюсь, ты какой-то страшный. Есть такое. А где ты?
есть такое. А я умереть пришлось мне. А, умереть тебе пришлось. Придется тебя сейчас добить. Бабку. Так, а что не могу? Прикольный звук. Где эта бабка Гренни вонючая? Начинали бабка балки. Гренни уже идет за тобой. Ой, Бенди, закончили бабкой Гренни, как всегда. Ты пьешь на расстоянии, это нечестно. Я люблю на расстоянии бить. У меня резиновая битва, битва, которая растягивает. Ты не хочешь, да, Савда? Я вижу, ты этот, ну не хочешь вообще, да, по-хорошему? Да на тебе по жопе пулей. Ну все, ты сам захотел. Уго, у меня палец торчит как-то странно. О, у тебя 9000 хп. А, да? О, я понял тебя. Ну ладно, я буду дружелюбным Бонни, я буду дружелюбным Бонни. О, давай, аниматроники пошли. Ну подойди, не бойся. Смотри, дружелюбный заяц. А теперь Дима, аниматроник сходит с ума. Эй! Я быстро действую, я долго не люблю думать. Ого, у меня жизнь отняло. Вот такого вот еще есть у меня. Эй! Нет, Дима, тебя не спасти. Я понял, что от такого не спасается. Прикольно, прикольно, мне понравилось. Так, блин, давай я оружку. Оружку давай себе возьму какую-то. А то ты псих еще какой-то не. Еще Дима, тот. Смотри, как я классно летаю. На жопе, что ли? Да. Как собаки, у которой глисты. А сколько у тебя жизни? У тебя не так уж и много жизни. 10 тысяч. А у тебя 0. Так потому что ты специально так делаешь, у меня 0 жизни. О, там кто-то за челепиздрика играет. Слышь, успокойся. Красиво, красиво. Сколько жизни выносит? А ну стой! Ух ты, жопа! Это должно было вынести жизни у тебя. Давай проверим. А ты не попал просто. Давай давай проверим. Должно вам ваншотить. О! Ты мне кажется 9000. Да что-то. 9000 хп снес. Да что-то мало. Попробуй еще раз. Не попал. Оно вам в живот надо ближе. Угу. Неплохо, неплохо. Где-то по косарю смотришь. Вот ты задрал своим ножичком. Ну нормально, а? А стаканчик? Стаканчик из ниоткуда появился, слышишь, Димас? Да? Он прятался, походу, все это время. Всю серию просидел, да, на нычку? Я не могу тебя убить этим пистолетом. Почему? Ай! Пошел. Попал. А теперь я пошел. Вот это жесть. Ты можешь отвалить от меня, я тебя боюсь. А, ну взял этого петуха. Ну все, потому что я не вижу другого выбора, как тебя только этим оружием могу мочить. Ну ладно, Дима, ты сам захотел. Пойдет? Какой там пак может телепортироваться? Я уже и не помню. Отлично, блин. Отлично. Мы с тобой сейчас нормально поиграем, я вижу. У тебя есть любой пилпак, а у меня есть оружие, которое ваншотит. Ой, адская комната. Попался. Офигеть, а как я в него попал? Такой а ты, смех. А ты, видимо, через дверь специальную прошел, ты можешь умереть. Пропиши килл. Не-не, я могу пролететь. Тут пасхалочки. Воу, прикольно.
Вынес. Опять адская комната. Что? Ну чё, где ты? Я иду за тобой. Я тебя не вижу. Это хорошо, потому что тебя я уже увидел. Ты тебя невидимый, что ли? Нет, ну ты... давай, покажись. Красава. Картонный кэт-дог не смог. Угу. Испоганься. Все, я тебе буду отсюда выглядывать. Плохо нет прицела, но ничего. Офигеть, еще б чуть-чуть. Я тебя не убил, я только могу ударами наносить урон. А так я б тебя не убил. Ну тебе есть же этот NPC, который могут меня убить. Пилпак такой, с одного раза. Да, есть. Ух ты, Димас какой. Я летать могу, видел на оружие? Пойдет? Очень. Превосходно. Ой, блин, извини, Алга. Friendly Fire, я не хотел. Я хочу этого негодяя убить, а его нету. А есть. Красава. Сейчас вас скример неожиданно поймал даже. Дорогие друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Пока, ребят!